Всем привет! Прежде чем приступить к изготовлению очередной подделки, для новых зрителей хочу показать небольшую часть предыдущих моих работ, чтобы иметь представление о сути моего канала и сделать вывод, нужно ли подписаться и в дальнейшем смотреть мои видео. Привет, друзья! Сегодня поделюсь с вами двумя идеями на музыкальную тему. Для этого нам понадобятся ватные палочки, пульки от детского пистолета, проволока тонкая, одножильная, тюбик от зубной пасты, проволока потолще, алюминиевая в оболочке. Для начала из ватных палочек изготовим нотный стан. Для этого нам понадобится 5 палочек. Склеим вот таким образом. Следующую клеим с промежутком в толщину палочки. В итоге вот так должно получиться. Дальше изготовим ноты. Возьмем ватную палочку. Капнем клей. Приклеим таким вот образом. Дальше отмеряем 1,5 сантиметра. И отрезаем. Это у нас будут ноты. И таких нужно изготовить 7 штук. Так как нот у нас 7. До, ре, ми, фа, соль, ля, си. Дальше я сразу покрашу аэрозольной краской черный цвет. Из тонкой проволоки сделаем скрипичный ключ с помощью пинцета. Начинаем загибать. Где-то можно помочь плоскогубцами. Откусим лишнее. Скрипичный ключ также покрашу краской в черный цвет. Такие вот ноты у меня получились. Дальше нам нужно их приклеить на нотный стан. Для начала приклеим скрипичный ключ. Дальше нам нужно приклеить первую ноту до, но так как она у нас располагается низко, и у нее своя отдельная строка будет. Дальше приклеим ноту ре, уже чуть выше. Ну и таким образом все ноты до вверх. Теперь из такой вот алюминиевой проволоки изготовим другой вариант. Это у нас будет просто скрипичный ключ. Сюда я приклею пульку от детского пистолета. Вот так вот получилось у меня. Немного подправил его. Дальше возьмем тюбик от зубной пасты. Нам нужно отрезать вот так вот. Вот что у нас получилось. Нам понадобится вот эта вот часть. Это у нас будут подставки. Скрипичный ключ мы приклеим вот на эту подставку. А вот этот вариант мы приклеим вот на эту подставку. Но для начала откусим лишнее. Здесь под углом. И приклеим вот таким вот образом. Дальше покрашу скрипичный ключ. И покажу вам, что получилось. Итак, работа закончена. Вот такие замечательные сувениры у меня получились. Надеюсь, друзья, вам понравились эти идеи. Спасибо всем за просмотр. Удачи, пока.